умный электрический чайник Lucas с функцией поддержания температуры. Объем 1,7 литров, стильный дизайн, сенсорный дисплей, который отображает температуру. Основные функции: белый чай, разогрев до 70 градусов, зеленый чай до 80 градусов, улун 90 градусов и печенье до 100 градусов. Выбор необходимой температуры от 40 градусов, которая подойдет для детских смесей, и до 100 градусов с шагом 5 градусов. Функция подогрев или поддержание температуры. Нажимаем и выбираем температуру. Можно выбрать заданную для белого или зеленого чая или улуна, а также выбрать собственную температуру. Нажать снова подогрев. Чайник будет подогревать воду до заданной температуры. Как только она будет падать на 5 градусов ниже заданной температуры, чайник снова будет включать подогрев. И так в течение 2 часов. Также чайник обладает функцией памяти. Заданное значение температуры сохраняется до 10 раз подъема чайника с основанием.